Ребят, всем привет, с вами Жора. И сейчас будет кое-что крутое. В рюкзаке у меня очень много подарочков. Я и Леха, мы вдвоем будем бегать по торговому центру, галерея. И подходить к людям. К разным вообще, к детям, к парням, к девушкам. В общем, смысл будет заключаться в том, чтобы мы заставили их или отжиматься, или приседать вместе с нами. Я буду давать им эти подарочки, а Леха будет их своим обаянием, да. И в общем, мы хотим проверить, на что люди готовы. То есть, или просто так они охотнее будут идти, да, или все-таки за какие-нибудь подарочки и ништячки. Йоу, в общем, все, встретились с Лехой. Привет. Найс опыт. Да. Сколько выделяем времени? Ну, полчаса, да? Давай. Ну, полчаса, час. То у кого больше, за полчаса человек. Девчонки приседают, а пацаны. Да, занимаются. Да, да. У кого больше человек, кто ты выиграл? Давай так. Все. Раз, два, три, погнали. Леха пошел. Девчонки, привет. Я дико извиняюсь. Можно вас попросить одну вещь? Я просто с другом поспорил. Вы можете помочь присесть вместе со мной 10 раз? Просто присесть и все. 9, 10. Спасибо большое. Как вас зовут? Катя. Сока, Катя, спасибо большое. У Лехи уже первые два человека есть. Погнали дальше. Но я как бы немного давлю, да, знаешь, что спор и так далее, что мне нужна помощь, но все еще довольно неожиданная реакция. Ну, в общем, тебе нравится. Да, и надо спешить на самом деле, потому что, мне кажется, можно больше сделать. Нельзя отжиматься, первый раз в жизни слышу. В принципе, за правило, да, нельзя отжиматься в торговом зале. Мне это очень сильно поражает. Я очень сильно хотел с ним поспорить, постоять минут 10, но я понял, что это такая же идея. Потому что, в принципе, в торговом зале, ну, нет каких-либо запрещений, там, кроме, как не знаю, террористического акта там или еще что-то, типа в этом роде. Но тупо нельзя отжиматься. Чем мы мешаем? Может быть, типа общественный порядок мы нарушили. Что значит нарушить? Что это общественный порядок?
отжиматься 10 раз перед тебя? Да. Я понял. Все, извините, пожалуйста, я больше не буду. Говорил, то есть они нужны. Все, время у Лехи вышло, и, блин, один отказ на 200 миллионов человек. Это просто пушка, это уровень. На самом деле проблема только в том, что мало целевой аудитории, которую можно, конечно, больше и быстрее найти людей, но именно сложно найти человека, который способен это сделать и который будет в настроении это сделать. Сложно полчаса вообще уложить, в принципе. Ну, блин, почему? Можно лучше, можно больше. Короче, люди готовы просто так, ну, за идею, там, на энтузиазме помочь человеку, там, просто отжаться. Это не проблема. Так, ну что, теперь я. Сейчас я буду подходить к людям и предлагать им какую-то вещь, либо за 20 приседаний, либо за 20 отжиманий. Девочки, здорово. Стойте. Я блогер, я Жора. Я хочу вам предложить классную штуку. Вы со мной сейчас не приседайте, я не даю вам мне подарочки. Я не могу приседать, я платье. А ты можешь? Нет. Первый отказ. Ну ладно, продолжаем дальше. Короче, я понял, так не получается. Нужно сразу показывать приз. Девочки, привет. В общем, я блогер, Жора. Я хочу предложить вам крутую штуку. Смотрите, я подарю вам стакан, вот этот классный. Но вы со мной меня должны взять и присесть 20 раз. Давайте, смотри, прикольно. Пожалуйста, не надо. Не хотите? А как вообще к спорту относитесь? Отлично. Ну ладно, спасибо тогда, давай. Знаешь, Жорка, в чем проблема? Чего? Потому что тыкаешь камерой. Давай ты будешь снимать. И на эту, и на эту. Да, я и говорю, все? Давай ты не будешь, да, тыкать, и это не будет смущать человека. Это 100% в этом прикол. Окей, хорошо. Потому что, ну, было видно, кто только навел, они сразу, ёптады. Да? Опять же, ты говоришь, что ты блогер, они сразу все понимают. Спасибо. Блин. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, 19, 20. Йоп, на камеру. Так. Я упаду. Да нормально, но она сейчас стеснялась, но я замажу ее лицо, она попросила, чтобы замазать. Ну, как говорится, мотивация подарка все делает. Да, да, да. Обалдеть, я как раз на Новый год купил. Я вместе с вами сейчас отжимаю 20 раз, вы берете руку свою, портфель, вот так сходим на тачку. Давайте. Или нет? А 10 раз? Ну почти. Не всегда будут огурцы и помидоры. Нормально сказал. Чужор, как твои ощущения, эмоции? Стрёмно. Стрёмно? Ну весело, скажи. Весело, но стрёмно. По-моему, тебе не стрёмно, а? Все нормально. Это от нервов. Я готов вам один ты какой-нибудь себе, а другой положишь. Спасибо. Погнали дальше. Да нет, они на хайпе, они говорят, мы сейчас общаемся, ты что, подошел вообще? Короче, на взрослых это не работает. Да блин. Да сработать, я уверен, но не со всеми. Короче, меньше шанс на взрослых, но, по идее, должно рано или поздно. Мы ходим с Лехой. Я не могу найти своего последнего человека, поэтому в поисках. Ну, 5 минут. Короче, ищем. О, вон, смотри. Найдем. Слушай, здорово. Смотри, у меня к тебе супер есть крутое предложение. У меня в портфеле есть маленькие подарочки. И, в общем, я могу тебе один из них отдать, но мы с тобой вместе отожмемся от пола. 20. Да, давай. О, ручка. Четко. Давай, спасибо. Блин, нифига ты заморочился. У тебя на каждом подарке есть канал. Я каждый подарочек подписал и приклеил бумажечку, что это от Жорки. Красиво вообще. Не, ну ты красавчик. Тут от меня респектус. У меня есть в портфеле подарочки маленькие. Мы сейчас с вами берем вместе, ты сидаем 20 раз, и вы берете и вытягиваете. Но ты вытягиваешь сама, и ты сама. Время 19 минут, и вот будет 20, и у меня уже все закончилось. Что там с этим? Не, все четко было. Четко? А так? Вот так. А. Ну и все, сейчас появятся наши всякие там результаты где-нибудь. И посмотрим, кто выиграл. А, как мы вспотели. Да, есть. Это просто жесть. Я такой потный, я не был таким потным еще после никакой тренировки. Короче, какой подыток? Если ты хороший, позитивный человек, люди будут соглашаться, неважно, будешь ты им что-то предлагать или нет. Если, ну, это безобидная вещь какая-то, 100%. Да, 10 отжиманий, это не то, поэтому мы сейчас увеличили немного. На самом деле, я думаю, можно еще больше было увеличить, если ты даешь им подарок. Угу. Но вообще, в принципе, за бесплатно люди там готовы отжаться 10-15 раз. 100% вообще. Без проблем. А вот за какой-то подарок, мне кажется, можно 50, там, если какой-то стоящий, 100. В общем, в любом случае, люди на позитиве, можно найти и позитивных людей, да, и позитивных, и всегда есть хороший человек, и плохой человек. В общем, такой видос крутой получился. Наши результаты вы уже пару секунд назад видели. К
кто выиграл, не знаю. А вообще будет прикол, если вообще ничья получится. Весело будет. Может же быть такое. В любом случае, не важно, какой результат, главное, то, что мы получили заряд, в любом случае весело, это интересно и необычно. Это просто преодоление себя. Выход когда... из зоны комфорта, да. Как минимум. Я когда просто ехал в маршрутке и просто думал вчера, засыпал, думаю, блин, это же так стрёмно подходить к незнакомцам, что-то просить их. Первые несколько минут было стрёмно, да, минут 10. Потом как-то уже на позитиве ко всему относишься легко, как будто так и должно быть. Да. Реально. Ну, вот. Жарко. Так что, короче, чуваки, подписываемся на Лёху. На меня не забываем подписываться. Все круто прошло. Оставляйте свои комментарии, как вам, понравилось, не понравилось. Может, вы что-то хотите еще какую-нибудь коллаборацию, чтобы мы сняли вдвоем? Обязательно пишите, примем все предложения. Да? А ну-ка, да. Давай, добавляй себя что-нибудь. Все именно так. Да. А ну-ка, покажи свою камеру. Офигительная камера, которая очень нам помогала сегодня. Ну и, в принципе, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Да, я как мы выглядим, давай, запишется. Как мы, вот так вот мы выглядим. Короче... Как идиоты. Да, нормально. Как мы выглядим, нормально. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, в общем, все делайте, что хотите. Подписывайтесь на Леху, на меня, и увидимся в следующем ролике. Пока. А ну-ка, давай, а ты закрываешь. А ты с какой целью вообще подошла? Привет. Я просто, здравствуйте, я увидела камеру. А, увидела камеру, сразу подбежала. Короче, мы уже закончили видос давай. Снимать. Как тебя зовут? Маша. Сотлик. Маша, ты хочешь себя увидеть на канале? Стесняюсь. Не, ну ты почему? Ты просто хотела поинтересоваться, посмотреть потом? Да. Вообще, мы уже видос закончили снимать, но, короче, суй руку, и подарок там будет для тебя. Но это уже так, вне видео. Вот. Все, это спасибо твое. Блок мой. Все, тебе повезло. А что за видео? Ой, видео очень крутое. Очень крутое. Посмотри, выйдет 1 июня. Посмотри, канал все. Жорка называется. Жорка. Можно? А? Да, стоп. Давай, давай. Конечно, мы очень популярны, у нас 2 миллиона подписчиков. Да? Нет. Почти. Ну, когда раскрутится канал, конечно. Уже я буду популярной. Да. А мы уже раскрутились, можно сказать. Так шикарно. Все, спасибо. Все, давай. Все, мы тебя оставляем, найдешься. Канал Жорка, если что называется. Хорошо. Давай, счастливо.